Стример уже испугался, да. Так, все, новая игра. За, по-моему, предзаказ. У нас есть еще вариант пройти на уровне «Жуткая деревня». Переживите саму смерть. Но, естественно, пользоваться этой прекрасной возможностью мы не будем. Низкая, чтобы не перетруждаться. Чтобы не перетруждаться. Да. И да. Так, низкая, низкая. Жуткая деревня. Давным-давно одна девочка пошла с мамой за ягодами для папы, который много работал. Лес встретил их тьмой, холодным безмолвием и пустыми кустами. Но шалунье хотелось ягод. Она бросила мамину руку и исчезла среди деревьев. Крики мамы остались позади, а девочка все бежала через лозы и ветки в самую чащу леса. Ощутив на себе взор, девочка вспомнила страшные мамины сказки, и в горле у нее пересохло. Но явился не топырь. Он поздоровался и надкусил свое крыло. «Ну же, дитя, утоли свою жажду!» — сказал он. Она испила густой темной крови и радостно улыбнулась. Она вышла на кладбище. Над ним сгустились жуткие облака, а воздух стал ледяным. Девочка замерзла и поежилась. Тогда возник темный ткач и одним щелчком пальцев превратил туманную дымку в чудесное платье. «Ну же, дитя, согрейся!» – позвал он. Она надела платье и радостно улыбнулась. Девочка нашла лодку и, рассекая зловещие волны глубокого моря, направилась домой. Но ее терзал голод, а на душе стало тяжко. Тогда ей явился царь морей и предложил ей один из плавников. «Ну же, дитя, утоли голод!» Девочка поела и вновь радостно улыбнулась. Она продолжила путь и вскоре очутилась в самом сердце леса. Тут явился железный скакун с чудесной золотой шестеренкой. Существо не сказало и слова, когда девочка схватила вещь, которую приняла за подарок. Как он рассердился и призвал жутких монстров. Девочка пришла в ужас, но тут над чудовищами пронесся вихрь. Пред ней явилась ведьма, мрачная, но величавая. Ты даров взяла сполна, дитя. Теперь ты нам должна. И ведьма заперла девочку в зеркале. Все. Уснула. Что за жуткая сказка? Ей же 6 месяцев. В книжном сказали, это местная сказка. Такой фольклор. Ну и Роза-то не против. Потому что не понимает. И слава богу. Ты же помнишь, мы уехали, чтобы избавить ее от этого? Да, я это прекрасно помню. Что такое агрессивное? Это ты, параноик. Да не... А, ладно, прости. Но я не параноик, я осторожен. Ну, тогда осторожно неси дочь спать. И скоро ужин. Все хорошо, Роза. Твоя мама боится прошлого. Ее можно понять. Фига себе, нормально у них такой домик. Где спальня ребенка? Ну, поди на втором этаже, да? И чё? Спи давай. Тише, тише. Я уже сказал твоей маме, что эта книга для тебя слишком страшная. Да не туда, промахнулись. Почти пришли.
А, вообще спальня пока. Вот так, солнышко. Не волнуйся, я буду внизу. Папа защитит тебя от чудищ из сказки. Кабинет. Дата рождения Розмари Уинтерс. Слух, зрение, осязание, проверка реакции, отклонения не выявлены. Пациент здоров. БСААА, как это правильно произносится, проведет дополнительный анализ на грибковые патогены. Все хорошо. Еще не привели, то есть? Любимая вещица Розы. Оружие выживания. Если тебя хотят убить. Альбом нашли. Там детку фоткают, все дела. Вот бы так продолжалось вечно. Вообще, знаете, я люблю коврики, но я не люблю саму мысль, что с ними тяжелее убираться. Бесит. Все хорошо? Да, а она такое? Спит как супец? Младенец. Пахнет вкусно. Это что? А, не трогай. Чёрба из овощей. Это местное блюдо. О, я смотрю, ты здесь освоилась. И вино местное. Но если ты настроен хандрить весь вечер, тогда тебе лучше не пить. Ты зря так сильно волнуешься. Просто вот мы встретились в Луизиане. Потом Крис перевез нас здесь сюда. Здесь Мак подержал нас до 11 и сказал... Ну, зато теперь мы вместе. Ты, я и Роза. И теперь у нас все серьезно? Будет... Серьезно? Думаешь, мы сможем взять и забыть про Луизиану? Все это уже в прошлом. Просто не понимаю, почему ты так... А? Чего? Ложись! Мия, ложись! Что-то у Мии какая-то запоздала реакция. Мия! А, вот так даже. Охереть. Охереть. Мия, Ань, боже. Крис? Какого черта? Прости, Итан. Нет! Что? Что происходит? Иди! Все чисто. Роза, отвали от моей дочери, тварь! Груз у нас, сэр. Увидите. Не смей к ней прикасаться! Итан, нет. Роза! Все, уходите. Это уж очень странная, знаете, спецоперация. Чтобы максимально пошуметь. Да? Нормально. Алло. Здравствуйте, мистер Уинтерс. Я получила анализы Розы и хочу обсудить их лично. Сможете подойти в следующий четверг? Не вопрос. Мы придем. Врач звонила. Сходим к ней в четверг.
Эй, хватит. Думай о хорошем. Ну же. Мы же обсуждали. Знаю. Мы только это и обсуждаем. Когда ты поймешь, что я не за Розу волнуюсь? Так что тебя тогда волнует? Послушай, с ней все будет хорошо, я уверен. Что еще нужно? Мы нужны, Итан! Ты нужен! Но ты все... Мия, да о чем ты говоришь? Ты что-то скрываешь от меня? Давай, скажи мне. Черт. Я должен ответить. Опять ты отвечаешь на свои рабочие звонки. Чушь вы несете. Где Крис Редфилд и Роза? Кто это? Это закрытый канал. Мы пользуемся правилами спонсоров. Сука. Черт, что тут случилось? Да не, Макс, можно было и с тайной операцией тоже нагнать страху. Как-нибудь. Было бы желание. Цель операции — устранить цель. Доставить тело. Забрать Розмари Уинтерс и Итана Да. Ну, ой. Получается, Мия не до конца излечилась, да, от этого грибка. За этим ее устранить захотели. И ребенку что-то передалось. Наверное. У нас ничего, получается, нету. А, нет, фонарик у нас в руках. Нахер. Блять. Ит с подчеркиванием мозгалом поддержал на 111 и сказал бу. Бу-бу-бу. Бу-бу-бу-бу. Мозгалом, спасибо за поддержку. Это мы зря, да? Да блин. Пацаны, пацанятки, мне не нравится. Ой, ну нахер. Ну нахер, это что, это птица мертвая? Ой. Ай! Охереть, мне тут вообще не нравится, конечно. Бежать мы не можем, бежать мы не можем. По крайней мере, сейчас. Ах. Ах. Ой-ой-ой. Я не хочу за тобой идти! Можно я не буду за ним идти? Блин, а сзади... Сзади звуки, спереди зомби. Мост. Вообще, есть предание, что вампиры не могут пересекать, короче, текущую воду. И реки для них непреодолимое препятствие. А, и чё? Блин, тут кровище. Пацаны, сейчас...
Возьми что-нибудь в руки, а. Тут же жопик был. Дед по жопе любит раздавать, так что, ребят, я бы постереглась на вашем месте. Ребят, а по звуку нормально все? Чеснока много. Лекарства. Залезай в шкаф. Лезь в шкаф. Блин, тут места нету. И оружия нету. Я туда не пойду. Нашли мне тут дурочку идти туда. Хрен вам. Ну нахер. Пацаны, мне не нравится это. У меня ни оружия, ни надежды на светлое будущее. Ничего нет. Тут точно никакого оружия нет. Хоть бутылку бы взяли, ну. Сука. Так, ладно. Тут кровь. Подковерный монстр поддержал нас 11 и сказал, сейчас схвачу за пятку. У меня нет никаких монстров под ковром, я там недавно подметала. Спасибо за поддержку. Так, все в порядке, я не боюсь. Вам меня не испугать. Я не хочу. Блин, фонаря очень мало. Мне очень мало фонаря. Блин. Ладно. Погодите, такое ощущение, что звуки... Шевеления, они были где-то сверху, а не снизу, правильно? Значит, тут безопасно. Сейчас. Блин, а смотрите, какой тут хороший подвал, такой добротный. Хочу, чтобы в моем доме был такой добротный подвал. Я бы тут АСМР делала, представляете, как тут тихо. Звук только сверху, ну и черви дождевые с боков. Да, стримерская будет в подвале. Как вращать? Хера. А, это матерь Миранда. Вон, капли крови. Сапог. Не хочу! Он сейчас... То есть, они хотят, чтобы я сейчас открыла этот шкаф? Так. Ничего делать. Что такое? А это что мне делать?
тут сидеть вариант? Куда? Да какого происходит? W. Все в порядке. Спасибо, зарядки. Черт, где я? Собственно, замок, собственно, деревня. Собственно, пришли. И сейчас будет вот то, где дымка была, тот момент, наверное, да? Лошадь еще теплая. Мне нужно ведьмачье чутье. Ковры. Может, они отошли? Что за шум сейчас был? Блин, тут так шумно. Что за шум, а оружия нет? Какие красивые занавески. Замок не сложен. Зисмак поддержал на 111 и сказал, Ви не боится. Не боится, конечно. А смотрите, суп еще теплый, да, поэтому он сказал, может, они отошли, но... Но нет. У меня есть серебряные сережки. Но я не очень представляю. Хотя если сережки хорошенечко примашнить к вилке, не серебряной, то получится почти серебряная вилка. Тут кроликов содержали, поди. Что это такое? Do not enter. Здесь нужен другой предмет. Зачем нам интересно это? Это же колодец. С кровью! Кто в туалетах хранит ветошь? Что за люди? Вот тут что-то недоброе. Так. А вот ворон.
Песенки поют. Замок? А тут что-то ничего не отображается. Его вообще нельзя открыть? Ключ нам сюда не искать? Я, честно, эту игру не смотрела на стримах. Обычно я посматриваю, даже в то, что я планирую поиграть, я посматриваю. В этот раз я держалась. Зачем держалась? На кой член? Посмотрела бы у ребят, сейчас бы не так страшно было. Без лута как-то непривычно, да? Плюс один. И без ведьмачьего чутья. Радио работает. Ага. Вообще туалет заблокирован. Откуда это здесь? А, ну это свет... Блин, я подумала, это свежеразломленный дом или нет? Свежий. Тут, видите, все застелено, кровище. Тут очень большая ебака. Блин, мне повезет или нет? Сегодня до ночи? Посмотрим, как я визжать буду, как я привыкну, не привыкну. Но до 12 точно, там посмотрим. Там головы козлов. Тут хоть как... А, вот это вот, ага. И тут ни черта нет, конечно же. А тут мы вышли в первый раз. Смотрите, чё. Смотрите, там факелы горят. Один факел. Что? Что случилось? Нас по коридору ведут, да? Кладбище, мастерская. Workshop туда, кладбище и место ритуала туда. Что это за деревня? Зачем мы тут? На нас напали, на нашу семью. Жену убили, ребенка забрали. Куда-то хотели увезти, но произошла какая-то авария, на нас кто-то напал. Короче, ребенка нет, никого живых не осталось из тех, кто нас похитил. А мы оказались посреди леса. Вот и все. Блаш, привет. Это что такое? Кукуруза. О, нет, смотрите, вот у этого дома огонь. Заперто, хозяин отсутствует. Так, что... Курочки. Что значит желтая лента? Что это и нельзя будет открыть или что? Смотрите. Заперто. Какая тут ковка, извините, у загона с курями. Неплохо так. У загона с курями такая ковка, а здесь какой-то сарай. Можно сломать силой. Ломай силой. У меня нет силы. Кнопки мыши не работают. Какая-то кнопка должна быть на... Ну, по-моему, на F мы и ломали в демке. А вот. Бум. Нож.
Лекарство. Хорошо. Если дали нож, значит, сейчас будет что-то. А, вот жилое помещение. Хочу себе дом. Все просто убежали из дома? Покушай. Останови силы. Что, туда? Можно туда? Нет, нет, я свой, свой. Кто такой? С кем пришел? Ни с кем. Там на дороге была авария и... Что происходит? Я не... О, нет. Они здесь. Кто? И что это было? Оружие. Что? Есть с собой оружие. Нет, откуда? Хорошо, что есть. Бери! А? Бери. Что здесь творится? Эй, ты меня слышишь? Эй! Что за... Сейчас морда к нам зайдет, да? Даже вот так вот! Здрасте, а пистолет где, в руках? Нет? Темно. Да тут гнездо. Мертвец. В смысле? Стоп, тут еще. Кто нас затащил? Обыскать того дальнего. Блин. Охереть. Здрасте. Господи Боже. Да что за хрень тут творится? Ну все, все, приехали. Ну нахер. Ой, какой ужас. Блин, куда ни смотри, везде мониторы. Черта. Так, ладно. Тут есть фиксация. Тут есть фиксация, значит, пройдем. Значит, пройдем. Значит, пройдем. Хорошо. Фиксация есть? Так, погоди, вот эта штука деда затащила или нет? Мне кажется, нет. Эта штука бы не справилась с затаскиванием деда. Семейное фото, ага. Так, здесь нужен какие-то кусачки, да? По металлу нужны. О, господи, я столько патронов потратила. Так, тут где-то отсюда вышел, тут... Туда не залезть, да? Нет, в смысле, это другой дом. Другой дом. Это я шумлю или кто? Звуки. Так, болторез. О, нормально. Он декабрист.
Мельничка. Создание лекарства. Можем создать лекарство. Переключайте меню. Лекарство, трава, реагент. Чоффи. Создали. Классные. Сюжетное сокровище, предметы. Нормально. Нормально. Блин, все шумит вокруг, все шумит. Просто жесть какая-то. Здрасте. Там труп. Или не труп? Я бы тут пролезла. А вот Итан, жопка, не умеет. Итан, как не стыдно. Ладно. Стрелы, смотрите, тут натыканы. Блин, не могу. Ты издеваешься? Через дом должна идти? Там кто-то есть. Алло. Да я перелезла на изи. Сука. С подчеркиванием мозговым поддержал на 111. Где? Чё сказал-то? А чё сказал? Ага. Погодите, а что если они умеют прыгать высоко, а они вот отсюда не вылезли? Блять, я не хочу. Я не хочу, вы понимаете?
Умри! Умри! Пожалуйста! Ты что? Ты сука! Порох! Ага. Нахер мне этот порох? Сейчас тут нужен, блин. А, в смысле? Смотрите, это... он истлел. Все? А? Изи. Режим. Изи. Кто-нибудь из вас выжил, идите к моему... к дому Луизы, на краю поля. Выжившие? В смысле? Так, Георгий, ты мне не серди. Сердит он меня. Представляете, что творит? Сердит меня. А, тут ничего нет. Мне показалось, что там должен быть подвал. И чё? И как тут? Чё? Как? Кого? Прыгать я не умею. Я на пробел блок ставлю, да? А делать-то что дальше? Отсюда мы пришли, там забаррикадировано все было. Нам нужно как-то здесь вылезти. Как? Чё делать? Нам нужен гвоздодер, правильно? У нас есть гвоздодер? Ага, 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 не работает. Все равно не работает. Ага, ага. Или это намек на то, что мне нужно все-таки вылезти? Как сделать? А. Угу. Ой. А, я вот так умею даже. Офигеть. Господи. Они там хрюкают, ребят. Куда бежать? Я шифтую вовсю. Со всей силы шифтую. А бежать куда, не знаю. Бегу. 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 Ага, ага. А, чё, куда? Блять. Ну нахер. Блин, а они с оружием. Понимаете, что они еще и с оружием? Я не очень понимаю принцип этой игры. Что тут надо делать? Точнее, я вообще не понимаю, ребят. Если обычно в играх тебе нужно стрелять во всех, то тут, учитывая, что у нас ограничены патроны, то тут получается, что нет. А как тогда быть? Сука! Насколько можно? Да давай ты уже, ну столько можно, денег зато залутала. Все, я все, я того этого. Не надо меня убивать, пожалуйста, господа. Да чё ж за да херня-то какая-то? Кто-то еще орёт. Я в угол зашла.
Да идите вы в жопу! Хватит меня жрать! Кто стреляет огнем? Постреляйте поактивней. Спасибо, нормально. Мы тут уже были. Здрасте. Я заблудилась? Идите в жопу, я заблудилась. Что-то я как-то шифтую. Ну нахер! Какая там ебака? Ебака, жри вот их, они больше. Блин, тут... Идите в жопу. Ребят, я не знаю. Я ничего не... Ну нахер! Во, ебака, бей их. С них... Я... Ну я не знаю, ребят, это все очень плохо. Вот куда здесь бежать? Вот вы понимаете? Я не понимаю. Я дом вокруг обежала. Блин, это что за игра для умных? Нас этому не учили в ветеринарном, ну, честно. Переживите. Идите в жопу, ну можно? А-а-а, сука, дверь, блин. Переживите атаку. Да пережила я ее уже, можно уже перестать ее переживать? Пусть меня спасет какой-нибудь сексуальный Ван Хельсинг, а? Задрали. Вот, стрела мне в колено. Спасибо. Спасибо. Я, блядь, не знаю, как в это играть. Чё я тут делать должна? Какого хрена происходит? Это точно не Ван Хельсинг. Дед какой-то пердед еще, блин. А, что, так и надо было здесь круги просто нарезать, да? В этом весь смысл. Спасибо, мне очень нравится эта игра. Я обожаю нарезать круги, когда за мной гонится толпа зомби и дед. Обожаю. Очень классно. Вот бы во всех играх так. Вау. Я снова чувствую себя обманутой. Привет, бабуля. Стой! Стой! Так, полутаться. Полутаться, пацаны. Нам нужно полутаться. А, это какой-то специфический замок. Он, видите, отмечен. А здесь где? Это что? А, это там, где курочки были. Вот этот дом. А, тут что-то есть, видите? Вот этот дом. Поняли? Ну, вот этот. Где? Вот этот наверху. Красота. Записать тут можно звуковой футажик. Все горит. Полным-полно пороха. Бам!
Лошадь кинули. Лолито Фонсеа, спасибо за сапку. Спасибочки. И что? И тут ничего нет? Мы отсюда могли обороняться? Ну, вряд ли. Так себе, мне кажется, место для оборонения. Ага, ага. Бабка там гремит? Или что? Или кто? Тут тупичок. Я ем лучок. При повреждении муки создает, ага, завесу, короче. Мучная завеса. Фя. Потыщи. Травушка. Порох. Что-то тут еще. Чего? Там лестница или что? Вот это изучить как? Только фотку могу посмотреть. Малой, привет. Малой. Так. В смысле? Это только вниз можно спуститься. А что тут тогда... Вот что это значит? Что вот это вот значит? Я что-то не понимаю. Механическая дверь отмечена, да? Она типа нужна? Зачем? Железный ключ с отметкой. Ну все, к бабке идем. Ютуб, да. Блин, как это читается? Что, дед? А точнее, кто дед? Заперто.
И в жизни, и в смерти мы вас славим. Вы кто? Здесь небезопасно, спрячьтесь в дом. Что за черт? Эй, вы меня слышите? Ну, ты, отец девочки. Дитя? Стойте, вы про Розу? Она здесь? Роза, Роза, да. Откуда она все знает? Ты где? Матерь Миранда принесла ее в деревню, и нас накрыла тьма. О чем вы говорите? О монстрах? Колокол, вестник беды. Они идут. Нет, стой. Где Роза? И что за матерь Миранда? Он звонит по всем нам. Они уже рядом. Роза здесь? То есть она сюда пришла, открыла ворота, нас пустила внутрь. Привет, Мира, как дела? Спасибо за поддержку. А мы тут колбаски кушаем. Всячески. Она уже играла? Ты про бабку, Леркин? Замок несложный. Так открой, что... О, великий об... Чего? О, великие оборотни, жуткие волки из древних легенд. Пусть они придут сожрать нашу плоть, придут, чтобы порвать нас в клочья. Чего? Кого? Они что, оборотни, что ли, вызвали? Неплохо, неплохо. Посмотрите на карту. Это что? То есть места, которые... места, которые мы не смогли открыть... Сейчас они будут от... Тут мы что-то не исследовали почему-то. Они, видите, отмечены на карте, и мы сможем вернуться во все места, которые мы не смогли расковырякать. Это удобно. Это удобно. Так, смотрите, красные — это не обследованные. А это... Чё? Не исследовано. А тут замок висел. Отсюда мы все пришли. Здравствуйте. Вы просто так тут стоите, да? Что-то с колодцами еще можно будет делать. Тыщ. Чего там? Деревня под землей, здание. Чего? Мы создали козьи обереги, чтобы защитить деревню людей. Всякий, кто сломает их, познает гнев Миранды. Козьи обереги — это случайно не вот эти вот козьи головы, которые вначале висели? Это так, подделка. Тут тоже какая-то сложная история. Что-то внутри есть.
Забрать можно. А как залезть? Непонятно. Это мы так быстро туда видимо, сейчас попадем. Так, давайте чекнем. Крепость, мельница, кладбище там. В смысле, крепость? Крылое существо. Блин. Фу. Разбег. Не-не-не-не-не-не-не. Если в деревне случится беда, тащи родовые гербы. Один из них находится в церкви, другой в доме Луизы. Но это мы знаем. Матерь Миранда, Димитриску. А это не бабка, случайно? Не пойму. Это мы не видели еще. И это что такое? Это мать Миранда с дитятем. Ей нужно дитя. Ой, тут, видите, тут опять тоже что-то сверкает, и непонятно, как с этим взаимодействовать. Прыгать мы не умеем, да? В этой игре прыгать нельзя. Что вот это значит? Стрелять не буду. Георгий, вот я что-то тебе не доверяю сейчас. Мошной попахивает ваше предложение, господин модератор Георгий. Все колодцы, да, вот с этой штукой. Тут тоже какой-то специфичный замок будет. Ну, точнее, мы уже с этими замками встречались. Георгий, нет. Вот вы смотрите, Георгий, он сейчас как змей-искуситель. Погодите. Погодите. Вот смотрите, вот это вот врата в замок Димитриску, вот значок. И здесь такой же значок. Но эта дверь, она же никуда, по сути, не ведет, там ничего нету. Или я что-то не поняла? Георгий, а ты умеешь вот говорить вот так вот, знаешь, с шипящими, как эти змеи из Гарри Поттера. Мне кажется, тебе пошло бы. Георгий, говорите, плохого не посоветует? Тут нападение будет? В демке его не было. Но звуки пугающие были. Дед-искуситель русалок. Harry, hello. You are not Harry. You are Harry. Or Harry. English is so different to pronunciation. А, ты имеешь в виду стреляй в ту, которая светилась, или в козла? В кого стрелять? В кого стрелять? Я не могу понять. Пока.
погодите, а мне кажется, или в демке у Итана не была перемотана рука? Not scary. Та-ра-та-та. Та-та-та-та. Не трогайте меня. Идите в письку. Ты сдохни уже. Эй, люди, пустите меня. Закрой дверь. Ну. Эй, ты что здесь делаешь? Назад. Нет, не трогай. Эй, спокойно. Я вас не трону. Как же хорошо встретить здесь обычных людей. Вы не видели других выживших? Нет. Они все у Луизы. Ее не дозваться, а внутрь не пройти. Молчи, дочка. Он не отсюда. О. Черт, тут очень опасно. Твой отец может ходить? Нет. Тварь поранила его. Он может не выжить. Мы все должны попасть в дом Луизы. Тихо. Я попробую залезть. Сидите и не шумите. А я пока открою ворота. И мне не нравится, что здесь нельзя прыгать. Я люблю прыгать. Идем! Скорее! Скорее, скорее! Ну как люди побыстрее. В деревне вообще... Не мог! Точнее, могут да ерунда. Не знать, что здесь происходит. Ну понятное дело, что у них специфический культ, но так или иначе все равно, ну как-то это должно было просочиться. Они, получается, здесь вообще ни сном, ни духом. Что происходит? Правда? Какие оборотни? Точно безопаснее, как? Чем там. Хотя эй, в первом доме... Ты знаешь вообще, что здесь происходит? Это какая-то чушь. Матерь Миранда всегда защищала нас, но... Не отвечают. Отец? Больно. Нам нужно попасть внутрь. Эй, кто-нибудь дома? Нужен знакомый голос. Луиза! Открой мне, это Елена! Тихо, не ори, они могут услышать! Юлиан, спокойно! Кто это? Это друг! А ну назад! Отец! Юлиан, бога ради, впусти нас! Нет, они чуют кровь, ты погубишь нас всех! Мой отец умирает! Нас это не волнует! Кто-то пришел? Они хотят, чтобы я впустил полудохлого мужика! Хватит, они наши друзья! Прошу, входите! Ну же, сюда. Не смотри ты так не на зелени. Меня. А, нет, я Итан. Юлиан, пройдись вокруг дома и все проверь. Все, иди. Ну, раз ты друг Елены, то мой тоже. Заходи, Итан. Да еще, возможно, подождите, муж этой женщины нам встретится. Нет? Да! Офигеть! Погодите, может, эта сцена будет немножечко отличаться?
Луиза, они снова пробрались и унесли скот. Если так пойдет дальше, боюсь, нам до конца зимы не дожить. И Эрнест до сих пор не явился. Везде его обыскались. Неужто матерь Миранда отреклась от нас? Или они обо всем знают? Но... Блин, вот какая-то вот непонятная ситуация. Так, сохранились мы, получается, здесь. Сюда. Погоди, погоди, я пока не готова. Так, тут что-то виды. Вообще, очень странный альбом, вы не находите? Что-то домишки полуразваленные тут сфотканы. Ну вот ворота нормально, вот там нормально. О, смотрите, огромная статуя. Мельница. Это, наверное... Все такие крупные места интереса в игре тут отсняны, отосняны, отсняли их, короче. Вот сюда, все уже ждут. Это что за хуй? Чужаки, нас всех перебьют! Тихо, Антон. Он друг Леонардо и Елены. И без него бы справились. Сядь, Итан. Я прошу. Здесь все, кто выжил? Из целой деревни? Кто выжил? Кто выжил? Да кто здесь вообще? Какой-то калека! Тупая плакса, блядь! И ты! Впустила этого полудохлого, да еще и чужака! И надеешься выжить? Не выжить нам! Этих всех убогих снаружи порвали в клочья. Ну а завтра... Завтра мы все подохнем. Как ее сраный муж. Да заткнись же ты, Роксана! Довольно. Наш дом столетиями защищал всю мою семью. Пьяных, старых. Вас здесь всех встретят и всех спрячут. Да к черту! Может, вы объясните мне, что за хрень здесь происходит? Боюсь, нет. Мы просто жили мирной, праведной жизнью. А потом пришли твари и напали. Это она врет. Они понимают, но мы чужак, поэтому она вот это сказала. А где же твой муж? Точно. Они должны знать. Нет. Ну нет, он снаружи. Где-то он за подмогой. Да, он пошел за подмогой. Он скоро придет. Помолимся за него и за всех нас. Это мысль. Да. Вместе. Боги, услышьте нас. Взываем мы к вам с почтением. Явитесь из пучины темноты, чтобы разрешить наши судьбы. Да взойдет в ночи жуткая луна. Мы приносим жертву вам, и мы просим вас пролить свет. Жизни и смерти мы вас славим. Матерь Миранда! Чай, наверное, готов. Елена, поможешь мне? Молитва. Я слышал ее. Там у кладбища была старуха. Ты про коргу? Она больная. Там же крыша поехала. Но есть разум в ее преданности. Если это спасло ее, то поможет и нам. Ты что, сука, творишь? Леонардо, ты что? Тебе плохо? Нет! Отец! Елена, стой! Назад! Нет, отпусти! Он нас убьет! Бежим скорей!
Блин! У меня руки в колбасе! Отпусти! Вообще. Нормально. Елена? Отвали! О, Боже. Мне очень жаль, отец. Слушай, слушай. Это был уже не твой отец. Ты все правильно сделала. Елена! Елена, нет! Его нельзя спасти! Папа! Этот чертов дом сейчас рухнет! Нет! Простите. Он был обречен. Я просто думала, что это целиком будет вся сцена. Оставь меня! Нет. Нам нужно выбраться. Мы сможем. Оказывается, нет. Надо выбираться. Как неловко вышло, господи. Так неловко. А чё вот мы не это место протаранили? Ну, тут бы мы точно протаранили. Нахера мы должны... Ну, короче, это в демке было, поэтому... Поэтому я не перепугалась. Значит, я всё... Психовать начинаю. Спокойно. Мешок денег. Отвертку с брелка. Блин, ну этот звук просто вымораживает до невозможности. У нас хоррор звуки лутания. Понимаете, это нормально? Это что такое? Желуди? Не-не-не-не, каштаны. Тепринамбр? Да я тебе говорю, каштаны. Я это прям вот, я мастер каштановый. Черт, быстро разгорается. Что ты задумал? Отойди. Я попробую сломать. Помоги подняться. Огонь! Надо выбираться! Теперь только наверх. Держись. Залезай. Идем. Спокойно. Постарайся не дышать дымом. Знаю. Спасибо, Итан. Ты добр. А твоя семья в порядке? Надеюсь. Когда... Давай, выдержит. Вон, это выход. Слава богу. А дальше? В деревне полно этих тварей. Нам не выжить. Их там много! Эй, не говори так! Найдем безопасный дом, и ты подождешь, пока я ищу дочь. Мне кажется, она в том замке. Нет, в нем нет ничего. Лишь кровь и смерть. Я не хочу сидеть одна, пока ты... Видите? Отец! В замке нет ничего, лишь кровь и смерть. Елена, нет! Отец мертв! Это уже не он! Елена! Позвал меня! Отец! Стой, сейчас все рухнет!
Стой там! Давай, дай мне руку! Уходи! Спасай дочку! Елена, я тебя вытяну! Давай руку! Твою мать! Почему все вокруг умирают? Я ни хрена не понимаю. Видите, и про замок она сказала. То есть они все знают, деревенские. Я не понимаю. Все знают, но... Но что-то не фартануло. Это бред какой-то. Какого хера это снова началось? Черт! А, снова началось, это он про Луизиану. И это, Лень, по поводу Ведьмака, мы Ведьмака... Я Ведьмака проходила 3 раза. Мы Ведьмака с вами проходили 2 или 1. Ну, неважно. Вот. Но я почему-то думаю, что мы как-нибудь еще раз пройдемся вместе Ведьмака, но уже когда выпустят Special Edition. Могу, ну зачем мне этот звук сделали? Ну это, ну что это такое? Кто здесь? Стой! Матерь Миранда! Эй! Да, это получается матерь Миранда. А какого она хрена снизошла? Да еще убила человека. Кто это? Это же Еёны человек. Еёны? Почему она так себя повела некрасиво? А тут, смотрите, вот одно какое-то место у нас не исследовано, почему-то получилось. Идется поиск. Погодите, а мы можем сейчас вернуться вот к машинке? Нет, это все горит. Она, может, догорит, и потом сможем сохраниться. Странно. Это та... Не-не-не-не, это не та. Не леди Димитриску, это, получается, матерь Миранда. Тут есть кто-нибудь? Мина у нас есть. Вот это вот место. Туда можно попасть? Нет, получается. Алекс, привет. А, нет, смотрите, там это... Ой, господи. Чё так пугаешь? Там дверь открыта. В эту соседнюю можно пройти. Зомби вроде нет. Вроде тихо. Но это как бы ничего не значит. В демке их вроде не было. Потом уже. А что мы с порохом можем делать? Патроны? Вряд ли. Хотя... Это же игровая условность. А вот церковь, смотрите, почему-то тоже красная. Что-то мы там не до сделали. Не до сделали.
Вот бабулечка, красотулечка. Да. Смерть настигла их всех. Лень, нет, папку мы трогать не будем. Так, что говорите, стрелять нужно сюда? И чё? Это сокровище. И? Можно продать. Ну, тоже неплохо. Мне что-то не казалось, что это так быстро все произойдет. Там написано было, стрельнешь в козла, получишь по жопе. Я не хочу по жопе, Георгий. Там написано было черным по белому. Скажи, просто скажи, что ты работаешь на конкурентов, поэтому вот ты мне подкидываешь неправильные, неправильные подсказки. И чё, уже идём? Лишь кровь и смерть, да?